чем отличается все-таки вот новое доказательство фосфора? Это разные подходы классификации, то есть разные варианты. Ну, аносовские гератиромоносы, то есть все попасть множество на торе, простого сболота, они получаются из матрицы. Когда моя классика была такая, что если есть два трактора произвольно на поверхности, вообще на производстве, там надо все дуболизать, и все сводится к действию фундаментальной группы. Два трактора эквивалентны, если действия в группе сопряжены. То есть полностью мелкоалгебраические задачи. Юрий Алексеевич Жиров, занимался тем, что он комбинаторный инвариант находил. А когда два? Есть такой алгоритм Бестина-Хангл, чтобы узнать, когда два автоморфизма действительно гиперболически сопряжены к комбинаторной задаче. А для натория это матрицы, а в каждом гомотопическом классе, в котором есть такой нетривиальный трактор, у которого дополнение в статистике, представляется псевдоносовским гомоморфизмом. Такая замечательная теория Нильсен-Тёст рассуждает следующее, что все гомотопические классы подсластей, они разделены на 4 класса. Либо это периодические отображения, либо на разных ручках периодические, либо псевдоносовские и на ручках псевдоносовские. Вот как бы основное это псевдоносовские. И оказалось, что если вы имеете любой трактор такого типа, что его дополнение диски, он получается просто из псевдоносовских. А псевдоносовские, они как бы классические, сделанные, даже в классе существующие, они строятся из критических ламинаций, вполне таким логографическим образом. Они, к сожалению, не записываются в матрицы, но это все-таки классический такой. Имеющийся класс. А есть такие, которые не диски? Нет, ну запуск. Или счетные множества. Что может быть еще? Все, полностью ответ. Вообще, ну, что, спасибо, надо докладчик. Спасибо Жене за ответ. Да. Нет, ну раз уж так, если быстро можно сказать. Нет, ну вы берете Герайф Романосов, и туда всаживаете. Вот вам получается, что волнение не диски. Вот эта теория, вот чем она замечательна, я считаю, вот это недавно меняли руки из первого отдела щелоса. Ну вот есть такой принцип кольца, когда у вас есть кольцо, и когда там гиперболичность. Вот у вас есть отображение там, Райлович и Ник. Это в каком смысле некое обобщение. У вас есть отображение на сфере, например. Оно гомотопное тождество. Если вы держите 4 точки, и дополнение действия гиперболическое, уже в этой фундаментальной группе. И в этом классе на самом деле существуют псевдоносовские обобщенные, то, да, это клыки практически, то вы как бы знаете, что у вас обязательно гиперболическая и хаотическая динамика. Поэтому это ясное совершенно понимание, как устроена гиперболическая динамика на вырусностях, неимбиентно. Все они получаются на самом деле из псевдоносовских, или обобщенный псевдоносовский, он рассмотрел красивый частный случай, когда хороший псевдоносовский. На самом деле трактор Плыкина можно долепить до отображения на сферы, но только там будут особенности не тепловые, а еще такие крошечки. Вот. И на самом деле теория гиперболических автоморфизмов, хороших отображений гиперболических гипнозиях, она абсолютно ясная. Все абсолютно базисные множества одномерные. Они получаются как хирургические операции, А это абсолютно новый в том смысле, что когда Плыкин с Жировым это анонсировали, ну, они знали, что они написали, что на Торе это можно, они уже взяли мою работу, и что на кренделях это не сделано, ну вот, сейчас сделано. Но это, вообще говоря, еще будет сделано того, что Женя занимается эндоморфизмами, а надо вначале освоить технику эндоморфизма, он ее так видит. У нас опять блестящая довольно быстро освоила. Я жду. Дай докладчик поблагодарю.